поля в позиционные атаки. Вроде как собирались находиться футболисты Ливана и Сталина. Натеряли мяч и вернули близко к тому, чтобы нанести опасный удар по воротам соперника. Снова стали Сталинградцы в атаке. Сегодня боролся за мяч в центре поля. Классная диагональ на капитана, на десятку, правой ногой стреляет мощно в ближний угол. Вратарь Казанцев на месте. Рукой вводит мяч в игру. Да, все верно, на правый план. Шестой номер с мячом. Даже отдаст на бровку. Нет, красавчик убрал, убрал под себя. Третий номер в центре поля. Далее, веером развивается атака Рубина. Но пока преимущество на центре поля. Хотелось бы движение вперед. Но виной тому прессинг, удачный прессинг футболиста Талинской Ливадии. Но на левой половине более 11 номер делает передачу, которой чуть-чуть не хватает силы. Ведь за спиной защитников футбольного клуба Доугава Балита Риги находился 7 номер, который отметился удачной игрой по системе гол плюс пас в первом матче. Я думаю, что он решил бы исход момента в пользу «Зенита», а так мяч до него не дошел. К сожалению, игроков и фанатов футбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург. Была не совсем точна. Уже слева фланга атакует «Зенитовцы», 11-й номер с мячом. Передача на десятку, классная диагональ в направлении 7-го. Так, защитник очень грамотно подстраховывает свою команду. Да, игра очень динамичный характер носит. Команда борется с непреодолимым и очевидным мастерением. Это очень нравится всем сторонним наблюдателям. Коими являемся мы. Тактика, как известно, может быть разной. Сообщаем, что «Динамо» Боруссия будет играть на правом поле, а «Промополитен» и «Локомотив» на левом. Просим команды подготовиться. Своей команды. Думается по делу. В атаке футболиста «Зенита». Стреляется к мячу, капитан команды, 9-й номер. Но еще не добрался. Действительно, матч равных соперников, пока мы наблюдаем на левой половине поля, как, в общем-то, и на правой. На правой встречаются, еще раз напоминаю, команды «Рубин» Казань и «Ливадия» Таллин. И вновь 7-й номер на бровке. На этот раз касание делает постоянство номера. Тот развернулся, пытался левый направить мяч. Ворота команды соперников не получилось. Здорово, конечно, в обороне играет футболисты Доугавы. Дают вплотную подойти зенитовцам к воротам, но вот завершающий удар из раза в раз у футболистов «Зенита» не выходит. И во многом благодаря суперночным действием защитных порядков команды Доугавы Бабита Рига. «Зенит» пытался впереди в наступлении, контратаку рискует пропустить. Но нет, очень классно играет защитник номер 4. Напомню, что матчи турнира проходят в формате 2 тайма, 18 минут каждый. Фиксируется результат, установленный в основное время.
сколько сюда. Ой, выполнил уже.